ребята, всем привет. Так, ну чё, 50-я трассочка, ребята. 50-я трассочка, так, а кто поставил? Ух ты, на 50-й трассе у нас рекорд поставил... чувачок, вот на этой точке. Как он это сделал, не понимаю, ладно. Сейчас проверим, что это за трасса вообще. И, наверное, есть смысл все-таки на ней здесь гонять. Хотя, у меня-то есть летун. Ой, ох ты ж, боже ты мой-то. Я сюда просто так не заеду. Так, сейчас проверим первый заезд. Как обычно, ребята, у нас испытательный. Так, и здесь будет жестко. Здесь будет очень, ребята, жарко, ребята. На-на-на. Не надейтесь на то, что здесь будет очень все просто. 49-ю трассу я в тот раз не прошел. Не смог побить рекордик, ребята. Может, как-нибудь довернусь к ней. Так, давай, чувачок, давай. А, я не знаю, тут просто какая-то чумовая трасса получается, 50-я. Так, ну... На 49-й трассе я тупо не могу, там секундочки не хватает, предел просто. Там секунды не хватает, чтобы догнать лидера. Представляете, ну секунды какой-то не хватает, но долго я мучился, но не смог все равно. В итоге забил. Так, это что за дела-то? Я ж не успею. Сейчас меня еще придавит. Так, топлива нет. Я не знаю, как он это сделал на той машиночке. Не, это вообще не заедет на гору. Так, вот на этой попробуем, давайте. Ага, заехал. Нормально, вот эту вот тачку напомню вам. Похоже на Белазик, да, помните, да, частенько я говорил, что эта тачка похожа на Белазик, ну реально похожа, чем-то похожа, правда длинная, я не знаю, чем похожа, колесами задними тут, ну немножко похожа, все-таки похожа, так и не надо со мной спорить, так, не спорь, я сказал, не спорь, так, смотри лучше дальше видосик этот, не спорь, а смотри дальше, ох ты ж, ты ж сюда не заедешь. Ой, ребята, это что за дела-то? Так, значит, в этом моменте нам нужно по-любому оттормаживаться, ребята. Тормозить нужно, притормозить. И вот здесь нужно пробивать, как-то пробивать. Бам-бам! Ух ты! Проскочил! Ха-ха! Вот это было прикольно. Ничего себе, просто проскочил. А, я понял, там же у нас... Вот эти куски от забора просто упали на кнопку, и она автоматически у нас поднялась, получается. Понятно. Так, на это нет смысла пробовать. Хотя, может, и есть смысл, но я думаю, нет смысла. Давайте на этом рикшторме попробуем все-таки. Но она легкая. Она легкая, да что ж ты летаешь-то, как поросенок просто. Ребята, ну она нереально легкая, что-то сделана из пластика, что ли, все. Вроде грузовичок, а такая легкая. Так, вот здесь у нас где-то... Так, вот здесь нужно тормозить, похоже. Я не помню. Да-да-да-да-да. Так, здесь притормаживаем. Так, а здесь что? Не помню. Ребята, тоже тормозить нужно. Тормозить. И максимально набираем скорость. Черт, я ж не пробью. Ай! Вот здесь нужно было тормозить, а не там. Ой, опять косячок, ребята. Опять промах. Так, вот здесь нужно набрать максимальную скорость и как-нибудь пробить. Бам! Бам! Второй не смог. Так, зато обломочки лежат. Обломочки-то лежат. А чё в итоге-то у нас? На финиш-то доеду вообще, наехал, но плохо. Не знаю, на этой тачке, наверное, все-таки здесь нереально побить рекордник. Ой! Ах ты ж!
Нет, нет, ребята, все, отстал. Ладно, попробуй сейчас догнать все-таки. Всего лишь спускается вниз, так что у нас есть шанс догнать. Поехали. Так, что здесь? Ребята, максимально скорость набираем. Ой! Не надо было набирать. Да ё-моё, чё ж я все время промахиваюсь? Вот здесь бы, конечно, если бы набрал, можно было перескочить, тупо перескочить. Бам! Бам! Чёрт, не пробил. Ага, кусочки падают. А у него как вторая сразу поднялась. Ребята, как он это сделал? Минута 0,2,81. Боже, боже ты мой-то. Ребята, смотрите. Там капулечка осталась, просто капусечка. Там даже не секунда, а каких-то сотые доли секунды. Так, ну давайте попробуем еще. Чуть-чуть тормози, а то что-то здесь я все время что-то туплю. Так, вот здесь аккуратненько. Тихо-тихо, не падай, я сказал. И помчали. Так, пока первый. Пока первый, нормально. Так, здесь тоже нормально. Так, сейчас возьмем топливо. Берем топливо. Берем топливо. Вот здесь особо не разгоняемся. Да! Ай! Не разгоняемся, я сказал. Да кошмар, да как тут не разгоняться-то? Она сама автоматически разгоняется. Она просто автоматически разгоняется, ребята. На самом деле. Иногда придется нам все-таки разгоняться. Ай, не пробью уже. Бам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А у него вторая не поднимается. Ах ты ж какашка. Какашка он пробил. Он как-то ускорился так, да? Я не понял, что у него там нитро стоит, что ли? Ребята, ну опять, там какие-то сотые доли просто. Сотые доли. Давай, давай, ну карабкайся. Не. Так, повторить. Неудачно, неудачно все это было сейчас. Эй, повторить сказал. Так, чувачок, не догоняй меня, не догоняй, я сказал, ты чё творишь? У тебя ж тачка тухленькая. А ты все равно меня догоняешь. Вот ты чертенок. Ребята, вот здесь тупо сейчас перепрыгнуть. Попробуем, нет, недалече похоже. Что произойдет? Без понятия. Ох ты ж боже ты мой-то. Да, в щепочке просто нашу тачку разнесло, так делать нельзя. Так делать нельзя, мы так не будем делать больше. Ой! 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 Я пытаюсь что-то новенькое придумать, но, ребята, безуспешно. Нужно действовать классически, классически действовать. Нужно ехать нормальненько, аккуратненько, где нужно там тормозить. Не получится у нас, а то ничего хорошего. А мы же должны рекорд побить. А, как вы думаете? Должны. Не, в принципе, на этот раз реально вот на 49-й там вообще, ребята, вообще такой сложняк просто. Кто не видел, посмотрите обязательно этот выпуск. Это выпуск у нас есть на канале, ребята, это прошлый выпуск, по-моему, по этой игре. Да что ж ты будешь делать? Бам! Бам! Да? Ага. Платформочка сама опускается. Шахты! Не успел! Прям капулечка не хватает, да что ж за дела-то? Ну что ж за дела-то, что ж за дела-то? На, ребята, вот такие пирожочки.
вроде у меня тачка и самая-самая крутая. Но чувачок на тачке, которая идет вторая в этом наборчике, он просто ставит рекорд и не дает мне возможность и побить его. Но я должен это сделать на этой все-таки на своей. Давай. Ёх ты! Вау! Нет, неудачно. Неудачненько у нас получилось. Ну, ребята, ну не пробивает она ее. Я сейчас все-таки попробую. Если я, к примеру... Ой, у меня топлива нет. Так, ребят, ну что-то вообще ничего никак не получается у нас сегодня. Ну понятно, 49 с 50 у нас трассы какие-то просто бомбические, просто сложняцкие, нереально сложные, не вообще нереально побить рекорды здесь на этих трассах. Что происходит? Что происходит? Я вот так сейчас попробую. Давай. Я попробую все-таки перелететь. Нет, не перелетает. Тупо скорости не хватает, ребята. Так, ну вторую-то я... Ух ты, ничего себе. Я ж вторую перелетел. Очуметь. Но это нас все равно не спасло. Настолько грамотно проехать, и должен повезти, чтобы все у нас получилось вот здесь. Ну почему ты не тормозишь, а? Ну, смотрите-ка, тормозит, но не особо. Тихо. И помчали. Нет, я уж так пробовал, кстати. Зачем я так сделал? Ох ты ж. Непонятно, зачем я так сделал. Нет, так не вариант. Не получается так у нас. Так. Ай-я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 й. Поехали. Заедет, ты чё творишь-то вообще, а? Ребят, вот здесь реально нужно как-то выиграть эти секунды. Нужно выиграть секундочки, чёрт, что я натворил. Ну, я уже изначально как бы начудил там. Но... Бам, ещё назад меня выкинул. Очуметь. Так... Коснитесь, чтобы собрать что-то там кристаллик какие-то у нас, жетончики. Так, продолжить. Фу, ребята, жесть. Тяжело. Не могу. Как же все это сделать-то грамотно? Не, ну тот участок, если бы там, конечно, так выиграть пару секундочек. В принципе, можно выиграть пару секунд, но не получается. Там такой резкий спуск, просто тормоза не работают, ребята. Просто у нас колеса буксуют, раздымятся.
Не, вот это вот место, вот это вот очень-очень плохое место. Очень-очень плохое место, но ни так, ни сяк не получается. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ни так, ни сяк не получается. Так, все-таки давайте сейчас попробую взять. А, ничего себе, да ладно. Минута 0-2 ровно. Ух, неожиданно, ребята, не ожидал. Вроде как фукал уже всю дорогу, что-то проигрывал уже. Но тут под самый конец получилось нам пробить эти штуки. Отлично, отлично. Вот это, вот за это я люблю Hot Wheels. А то, что, ну, непредсказуемо, ребята. Можешь мудохаться очень долго, можешь проходить, не получаться. И раз там самый неудачный заезд, и ты прям четко так под конец все сделал грамотно, и вот рекордик поставил. Фу, так, можно расслабиться. Так, ребята, что в итоге-то у нас? Так, 50-я трасса пройдена, и остается 49-я. Ой, сколько я с ним мучился. Ладно, не суть, ребят. Ладно, все, тогда на этом пока все, тормознем. Так что смело подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик.